по классике тоскуя. Краткая увертюра, я скажу вам это сразу, музыкальная культура принакрылась медным тазом. Не нужны были стране советской ни Слонимской, ни Пендерецкой, не нужны теперь стране российской ни Пендерецкой, ни Слонимской. Дети тухлую попсятину жуют, на классическую музыку плюют. Но есть на свете извращенцы, они считают вольнодумцы, что анданте или скерцо лучше глупой умца-умцы. Говорят чудилы эти, что есть на свете Доницетти и Скарлатти есть на свете. Вы послушайте их, дети, о душе нашей пекутся и надеются на чудо. Но смеется умца-умца и фигачит отовсюду. А я купил бы детям флейту и гобой, чтоб бросить за солнце чистою душой. Но не слушаю злодея, ни Вольфганга Амадея, ни Бетховена, ни Глюка. Говорят, что это мука, говорят, что это скука и отстой. А я хотел купить им флейту и гобой, чтоб бросить детишки с чистою душой. Чтобы на склоне лет я в гамаке дремал, моих детей дует для дедушки лопов. Кто теперь играть возьмется по сокалю и мазурку? Подлецы консерваторцы в кабаках играют мурку. Кто раскроет партитуру, кто раздует шар сердец? В наше время скрипка дура, стратокастер молодец. А помнишь, у Бетховена второй концерт, дружбу, там есть одна хреновина, любимый мой кусок. Там скрипочки, тиририм-тиририм, рояль. Опять скрипочки, тиририм-тиририм, рояль. Ну правда же красиво, ну правда же высший класс. Огромное спасибо Бетховену от нас. Кумиров поглазеть, на концертах у кумиров поборзеть. Но чинетические вопли, восхищения не сопли, обусловленный политика больших телеканалов и родных радиостанций. Да бог им всем здоровья, зарабатываю деньги, только совесть надо все-таки иметь. Дайте Грига Бога ради, дайте, дайте нам Скарлатти. Ну отвечай, злые дяди, что Скарлатти не в формате, что у Грига низкий рейтинг, что нудный правослово. Так что будем слушать, дети, композитора крутого. А принес бы к дядям Штраус новый вальс, а ему сказали: милый, много вас. За эфир сперва папашка проплатит, а потом уж себе моль свою крутит. Должно же быть что-то святое, прекрасное и не крутое. Но искусство не замучить и не убить. Гендель жив, Гендель жив, Гендель будет жить. Я поставлю детям Баха, я им Моцарта поставлю. Я с ремнем в руке к искусству приобщиться их составлю. Стану взрослыми, ребятки, и спасибо скажут бабки. Ведь по бабке тоже важно, чтоб растить нормальных граждан. Ла-ла-ла-ла.
Андрей Кудрявцев, Михаил Маховец. Спасибо.